Что у тебя на уме, Кобин? А вот что. Ну да, в прошлом мы хотели друг друга прикончить, но с тобой мне как-то спокойнее, а вот ЦРУ мне не по душе. Ближе к делу. Я хочу поделиться. Ради нашей дружбы скажу, где найти пару засранцев. Твоих друзей? Скажем, партнеров в неблаговидном бизнесе, ну ты понял. Чем докажешь, что не хочешь просто кому-то отомстить моими руками? Я все рассказал Грим. Видишь, я честный. Правильно. Иначе отправишься за борт. Неплохо тут все устроено. Самодостаточная структура. Люди работают на маковых полях и живут в деревне. Полная изоляция. Убей всех, а местные скроют следы. Что еще? Работай тихо. Поднимешь шум, и подкрепление придет в момент. Все понял. Гляньте сюда. Тихо. О? Name is Eddie Farrakhan. حدس میزنم هیچ طوری نشد. هی تام.
منظور از این مونده نمیتونن به وایم کانات برسونن چیه؟ سنگ ها تقریبا جاده رو بستن. کامیون بزرگ نمیتونه وارد شه. اونا باید سنگ ها رو از تو جاده بردارن. اونا باید تجهیزات رو اول به اینجا برسونن. ما تو منطقه کوهستانی هستیم. تو ریزش کرده. Чего? Судя по звукам, там кто-то есть. Засек! Грим, объект у меня. Он готов. Можно забирать. Принято. Упакуем и заберем. О. Грим, тайник обнаружен. Браво. تونل آبیاری مشکل ایجاد میکنه. فقط باید روش یک شبکه بذاریم تا مشکل حل بشه. رئیسا نمیخوان کاری انجام بدن. اونا رو نگهبان کن. Один. Все чисто, Сэм, но в деревне сопротивление будет куда жарче. Лучший способ добраться до зданий – старый ирригационный туннель. Там должно быть сухо. Должно? Шансы хороши.
слышу плеском. В туннеле чисто. Даже сапоги не нужны. Приятно слышать. Других вариантов не было. Местные знают про это место? Знают, но им плевать. Полиция своевременно получает взятки, и пока никто не поднимает шум, все довольны. Привыкли к тихой жизни. Пока тебя не было. Я люблю поднимать шум. Можно и так сказать. Внимание, Сэм, ты уже близко. Я добрался до конца туннеля. Поняла. Теперь любой, кто тебе попадется, враг. Перебей всех до одного. Невиновных здесь не будет. Осталось 5 бойцов противника. اینجا کار آسونیه.
چون وسط بیابون هستین؟ وقتی افراد خسته میشن اوضاع به هم میریزه. وقتی اوضاع به هم میریزه اتفاق بری میفته. ما اینجا روی میلیون های دلار پول نشستیم. پول حرف خوبی واسه همه هست. باید مطمئن باشیم که هدف آسونی نیستیم. این یعنی امنیت بهتر. وگرنه هر فرمانده بی ارزشی به یه کامیون بیاد جلوی در خونه من. فقط همون رو الان نیاز داریم. جالبه. Грим, я нашел тут ноутбук и взломал. Можешь развлекаться. Можешь эвакуироваться. Встретимся на борту. Перевод подтвержден.